Учебная тревога. В третьей городской школе спасатели Главного управления МЧС России провели тренировку по ликвидации условного возгорания. Елизавета Кабанова расскажет подробнее. Внимание, пожарная тревога. Сигнал тревоги на пульт диспетчеров поступил в 12:50. Спустя минуту к месту условного происшествия выдвинулось два пожарных расчета. Это 12 человек личного состава. По легенде, возгорание произошло в кабинете информатики на втором этаже. К прибытию пожарных детей уже эвакуировали, но два человека потерялись внутри здания. Сотрудники МЧС оперативно обнаружили пострадавших. У молодого человека была повреждена рука, а у девушки обнаружен перелом ноги. Спасатели оказали первую помощь, а после передали пострадавших прибывшей бригаде скорой помощи. Учебная тревога была проведена в честь Всемирного дня гражданской обороны, который ежегодно отмечается 1 марта. Место тренировки выбрали не случайно. Третья школа – одно из самых больших учебных зданий Нарьян-Мара. К тому же, введено в эксплуатацию совсем недавно. Сотрудники МЧС проверили готовность учебного заведения к чрезвычайной ситуации. Также было проведено полное боевое развертывание подразделений пожарной охраны, которые выехали по тренировке. Эвакуация, в общем, прошла успешно. После этого также будет в пожарной части проведен анализ сегодняшнего мероприятия. Ну и наше поздравление населению округа. Всех с праздником. Также напоминаем о том, что не стоит забывать о мерах пожарной безопасности. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Антон Водряков, телеканал «Север».